Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Человек здесь себя жалеет, вот, и говорит о том, что мне предстоит разорвать отношения, тяжело на сердце, я замужем, все хорошо, всегда мечтал именно о таком мужчине. Но в этот брак я вступил сразу после первого, который муж меня содержал, а до этого я работала в интимной сфере. Недолго. Но мой муж зарабатывает не так хорошо, живу на то, что откладывала, содержу родителей. С карьерой так ничего и не решила. Деньги заканчиваются на среднем ЗП, что можно получать от работы кассиром. Например, я не проживу, хватит или на себя, или на родителей. Это не вариант. Закрыла в голову мысль, что мне еще рано строить отношения, я еще не состоялась. Вернуться в сферу услуг интимных, мне только так удавалось успешно расплачиваться своим счетам и своих родителей, да и откладывать тоже. Мой муж заслуживает хорошую жену, а не как я, даже зарабатывать не умею. Я намерен разорвать отношения, дать ему возможность создать нормальную семью, но не со мной, видимо, не судьба. Я его люблю, я благодарна Богу за то, что у меня был такой мужчина, как он. Я, правда, именно такого у него и просила, вот еще когда была маленькая. Кроме этого, денежного плана, конечно, не сошлось. Подержите, пожалуйста, как-нибудь, мне очень больно, я постоянно рыдаю. Вот, такой вопрос у нас имеет место быть. Что здесь, с чем мы здесь сталкиваемся? Мы здесь в первую очередь, конечно же, сталкиваемся с тем, что у вас занижен самооценка. Это первое. Второе, вы очень глубоко не принимаете себя. Третье, это, пожалуй, то, что вы не оставляете возможность выбирать другому человеку. То есть, ну, вы не выносите на обсуждение какую-то проблему. Вот. Четвертое, это то, что у вас есть проблемы с личными границами, потому что не очень понятно, например, почему вы содержите, например, своих родителей, да? То есть, как бы, ну, это ваше, допустим, такое, это ваше решение, или это что, да, то есть почему вы берете ответственность за двух взрослых людей, которые, в общем-то, возможно, как-то вот сами могли бы себя, ну, неплохо содержать. То есть почему они не могут себя содержать, не очень понятно. А следующее, это любовь, то есть что вы вкладываете в любовь, ну, просто конкретно, что вы вкладываете в это, что вы вкладываете в, ну, в понятие любви, да, то есть вот, как-то я бы сказал, что вот, это не совсем очевидно для меня, это не совсем, ну, не совсем понятно для меня, что вы вкладываете в любовь, что вы вкладываете вот в то, что вы говорите как бы о том, что вы человека любите, да, но в то же время как-то вот, не принимаете его уровень заработка и не принимаете себя свой уровень заработка. Вот. Также, ну, есть ощущение, что в какой-то степени, да, вы как будто бы, знаете, ну, живете как будто бы непосредственно. Да, то есть, вот, явно вы живете не по тем средствам, которые вы зарабатываете. Вот. А следующий важный момент, это то, что строить отношения, вот, строить отношения,
вы не то чтобы вот прям не умеете, да, то есть я бы, наверное, вот так бы не стал говорить, что вы не умеете строить отношения. Вот, я бы, наверное, сказал, что вы их строите сейчас довольно деструктивно. То есть вы выстраиваете отношения, ну, в очень таком деструктивном ключе. В смысле того, что ну, отношения это все-таки некий диалог, это какое-то обсуждение, да, это совместное решение, это поиск решения, это поиск компромиссов. Вот. А у меня есть такое ощущение, что вот, ничего из этого вы не делаете. Вот. Следующий момент, на который хочется обратить, пожалуй, ваше внимание, это момент того, что вот вы ну, просили какого-то мужчину у Бога, да? То есть здесь совершенно очевидно, что вы как-то вот хотели, искали любви. Искали защищенности, ну, по-видимому. Вот, да, только вот найти ее у вас не получилось, потому что, опять же, вы как будто бы ищете эту защищенность, да, вовне, где-то вовне. Вот это очень важно понимать, как мне кажется, потому что до тех пор, пока вы ищете ее, эту защищенность вот там, ну, вряд ли у вас действительно будет вот что-то получаться. Потому что защищенность, если ее искать, то ее надо искать в себе, в опоре на себя, да? И как минимум, ну, наверное, уважать свой выбор. Вот. И уважать выбор другого человека. То есть уважать выбор, например, человека, грубо говоря, быть с вами. Вот, если, ну, мужчина так решил. Вот, сейчас такое ощущение, что вы испугались того, что вы получили, да, сейчас такое ощущение, что вы испугались того, что вы встретили такого человека, о котором всегда мечтали. Вот, и хотите себя наказать тем, что, ну, уйти из отношений. Вот. Ну, я не знаю случаев, когда бы это решало проблему. Вот. Вот, пожалуй, как-то так. Следующий важный момент, на который хочется обратить внимание, да, это ваша такая вот в целом мотивация быть с мужчиной. То есть как бы денежный вопрос для вас очень важен. И не то чтобы кто-то здесь морализаторствовал относительно того, что деньги не могут быть самым главным и так далее, да, не то чтобы здесь кто-то вот именно занимался морализаторством. А сколько, пожалуй, речь идет о том, чтобы вы сами определились с тем, а зачем я с этим человеком, кто меня обвиняет. Вот я говорю, я его люблю, да, но деньги как бы вот играют важную роль. То есть деньги важнее. И в этом смысле вам нужно признать, что деньги для вас важнее. Признать это, то есть взять ответственность. Помните, я говорил, что есть некоторые у вас трудности с личной ответственностью.
И вот они проявляются как раз в частности в этом, да, они проявляются в трудности в личной ответственности, проявляются в этом. Вот. В частности. И, соответственно, на мой взгляд, вот эти проблемы нужно вам решать. Вероятно, вместе с мужем, да, вероятно, вместе с вашим супругом их нужно решать. Вот. Дальше вы пишете, что у вас карьера так ничего не решила. Почему? Да, то есть, вот, вы говорите, что не решили, да, но не говорите почему. Не говорите, что здесь в этом смысле происходит с вами. То есть вы не решили, почему-то. Вот, почему-то вы не решили. Почему, непонятно пока что, и, соответственно, не совсем ясно, а хотите ли. Да, то есть, опять же, ну, если вы себя обесцениваете, то, как бы, вот в глубине души вы считаете, что, как бы, и по делам вам. Вот. В первую очередь, это такое вот очень ярко выражено состояние самобичевание, если у вас присутствует, и, соответственно, как бы, опять же, из этого сцена нужно выходить, да, ну, потому что ничего хорошего не будет, если вот в таком ключе вы будете двигаться. Дальше вы просите поддержать вас как-нибудь. То есть поддержать в чем? Да, вот, ну, тоже такой момент. В чем вас поддержать? Если вы говорите про поддержку в том, что вы выбрали, да, в том, что, ну, вот условно говоря, в том, что вы решили, да, если вы об этом. То нет, пожалуй, нет. Почему нет? Потому что, ну, ваше решение, оно откровенно вот такое деструктивное. Вот. И поддерживать его, значит, поддерживать вашу деструкцию. Я не думаю, что мы как психологи можем это делать. Вот. Можем поддерживать вас, да, в том, как бы, вот, что является для вас, ну, скажем так, ну, заведомо, ну, заведомо негативно. Вот. Я не думаю, что мы можем это делать. Я не думаю, что это хорошая идея для вас. Вот. Но мы можем помочь вам в себе разобраться. И опять же, заметьте, пожалуйста, такой момент, что как будто бы вы не хотите в себе разбираться. Заметьте такой момент, что как будто бы вы не хотите ну вот что-то менять в своей жизни. Как будто бы вы считаете, что только вот такой вариант есть событий. Развития событий. И все. Это не так. Это не так. Да? Вы себя жалеете, здесь за этим скрыта любовь к себе. На самом деле, как мне кажется, довольно много любви в этом скрыто. Вот. И соответственно, вам можно
помочь. Опять же, да, вам можно помочь. А любовь это в себе как бы услышать, увидеть, вот. А, ну, если вот, если вы этого хотите, опять-таки, вот. А, это первое. Второе. А, второй важный момент. А, вы себя как будто бы бичуете. Вот. То есть как будто бы, ну вот вы себя наказываете. И за этим как бы идет вот это вот самобичевание, вот. А, возможно, за этим идет в том числе некая вторичная выгода от такой позиции, то есть если я себя бичую, то как бы, ну, там, мне ни за что не нужно брать ответственность, а так ответственность брать я боюсь. Вот. У меня возникло еще ощущение, что от родителей вы, ну, знаете, как будто бы откупаетесь, ну вот как вы, в принципе, наверное, откупаетесь и от, там, ну, от своего мужа, вот. Конечно, все это вместе довольно-таки, ну, деструктивные элементы в вашей, так скажем, психологической реальности, вот. Но хорошая новость заключается в том, что это все можно скорректировать. То есть в этом нет ничего фатального, в этом нет ничего трагичного. Вот. Вот вы сами стыдитесь той сферы услуг, которые работают. Да. Опять же, за этим, чтобы перестать стыдиться этому, да, ну, опять же, вот, при условии, если вы хотите перестать стыдиться, то есть, опять же, вот, как бы не совсем понятно, хотите ли вы перестать этого стыдиться. Вот, хотите ли вы там начать, ну, как-то вот, не знаю, ну, проще, что ли, вот, как бы, к этому относиться, да, хотите ли вы. Тут вот как-то вот есть тоже такие, ну, такие варианты. Тут есть, ну, тут есть, я бы сказал, ну, возможные разночтения. Вот. То есть это опять же нужно ну, постараться зафиксировать это. Вот. Сейчас как бы такой возможности сделать это у нас нет. Ну, на текущий момент у нас нет такой возможности. Вот. Но это, опять же, повторюсь, это все решаемо. Вот. Это все решаемо. Вопрос заключается только в том, хотите ли этого вы. Вот, и если хотите, то как бы вот, ну, в этом смысле, да, ну, чего вы хотите. Вот. Это вот те моменты, на которые хотел бы обратить ваше внимание. А вот, я думаю, что не случайно, что вы у Бога в детстве просили мужчину определенного, я думаю, что, ну, может быть, я уже это говорил, да, что вот есть, ну, есть вероятно,
За этим. Есть, вероятно, за этим какая-то потребность ваша. Вопрос как бы вот заключается только в том, да, хотите ли вы с этим разбираться. Ну, потому что, опять же, у меня нет сейчас, да, информации. Хотите ли вы это делать? Хотите ли вы вот, как-то это исследовать, да, и хотите ли вы как-то это, ну, себя лучше понять? Вот как-то так. Как-то так. Какой-то такой ответ. Конечно, вам в этом смысле много сочувствия. Вот, вам в этом смысле много симпатии, вот, много тепла. Вот. И вы молодец, что начали говорить об этом, возможно, что, ну, возможно, что вы не привыкли об этом говорить, вы не привыкли это обсуждать, вы не привыкли это вот, ну, как-то вообще, да, ну, озвучивать, обсуждать, вот, но, тем не менее, мне кажется, что в этом смысле начало, ну вот начало в этом смысле, да, положено, и мне кажется, что это, ну, хорошее начало, мне так кажется. Мне кажется, что вы сделали, ну, вот, первый шаг. Теперь нужно, как бы сказать, эффект в этом смысле закрепить. Вот. Нужно закрепить эффект. И нужно, в общем-то, дать вам возможность увидеть, что и вы, и ваш муж, и вы, и ваш выбор, ну, достойны большего, да, как бы, это все достойно большего, вот это все достойно большего, чем вот сейчас вы сами, ну, готовы себе вот это как-то вот, ну, позволить, вот. Так я бы сказал, так я бы, ну, озвучил бы этот момент, вот, сейчас, понимаете, да, вот, вот, наверное, такой ответ я бы мог вам дать. Грустно ли было читать ваш текст? Да, грустно. Грустно ли было слышать, ну, вот то, что вы хотите, вот, ну, условно говоря, с собой сделать. Так грустно. Вот. Можно ли это исправить? Да, можно. Это можно исправить. Все можно исправить. Все можно исправить. Но сейчас вы
бежите от, ну, от себя. Вот сейчас вы бежите, вот сейчас вы убегаете от себя. Вот. И, на мой взгляд, это позиция, которая ничего, кроме вот какого-то такого вот негатива, да, вам, принципе, дать не может. Поэтому решать этот, ну вот, этот момент, конечно, вам, вот, решать этот аспект можете только вы, никто больше. Вот, но свое персональное мнение, ну, я думаю, что вы как-то вот понимаете, да, что свое профессиональное мнение мы высказать были должны. Вот. И, соответственно, дать вам пищу для размышлений. Ну, например, попробуйте вспомнить, например, попробуйте вспомнить, когда вы решили, что вы зарабатываете мало, допустим, в какой момент, ну вот, в какой момент вашей жизни это произошло, что вы решили, что мало зарабатывать, вот, что нужно больше зарабатывать вам. Что послужило точкой отсчета? Как вы относитесь, ну, в этом смысле, вот, к тому, что работаете в сфере интимных услуг? Это, опять же, не к тому спрашиваю вас, чтобы вас обвинить и так далее, а именно вот спрашиваю исключительно с целью вас понять, да? То есть, ну, как вы себя чувствовали, на что вы рассчитывали, да, чего хотели, на что надеялись, вот. То есть это все очень важно. Это все очень важно. И ни в коем случае не нужно, ну вот, как-то спускать это на тормозах. Вот. А вы, на мой взгляд, как раз это и делаете. То есть вы, на мой взгляд, как раз-таки и спускаете сейчас вот, ну, вот, все на тормозах. Всю свою жизнь. Поэтому вот с указанными мной аспектами вам и нужно работать. И попробуйте еще спросить себя, как мне чувствуется вероятность того, что кто-то еще, помимо меня, может что-то, ну вот, что-то решать. То есть вот
как мною это ощущается, что вот есть помимо меня, да, еще субъекты, которые могут что-то решать. Почему-то вы вот себя в этом смысле полностью оставляете в одиночестве. Вот. Конечно. Здесь требуется корректировать ваши отношения с родителями, с мужем. И, конечно же, ну, с самой собой тоже. Потому что, ну вот, совершенно, как мне кажется, сами с собой вы не в ладах. Вот. Но, повторюсь, хорошая новость в том, что все это корректируется. Это хорошая для вас новость. На этом все. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.